хвостом, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видения полны, там озарев приходят волны, на брег песчаный мостой. Ладно, могу другое стихотворение. Грустной. Жди меня, я вернусь, Симонова. Только очень жди. Жди, когда наводят. Да, когда ты говоришь одновременно со мной, я не могу. Я наушник просто выну. Других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Не ори, ты меня сбиваешь. Обычно я говорю, что ля ты, но ты же мне и за это приплюсуешь плюс один. Как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате, и что-то в лицо бросали мне. Что вас измучило, измучило. Приниматься, а мудил катиться дальше вниз. Да. Меня вы не любили, не знали вы в сонмище людском. Я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. В развороченном бурю быть с тобой мучаюсь. Что не пойму, куда несет нас срок событий. Лицо к лицу, лица не... Отстань. Видится на расстоянии. Корабль в плачевном состоянии. Земля, корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бури в юг. Ее направил величаво. Тогда и я не падал, не блевал и не ругался. Кто в... Знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтобы не смотреть людскую рвоту. Русским кабаком. Дай мне ком скубить себя в угаре. Хорошо, я запомнила, отстанет. Сгубить себя в угаре пьяным. Угу. Дальше. Да. Нет. Я с тобой все вместе вообще-то вспоминала. А. Нет, он мне подсказывает, как бы, но не, он не все же мне подсказывает, ребят. Мне пишут тут, короче, слышим, что тебя подсказывает, отписка, дизлайк. А как же артистические мои вот эти вот? Это что-то значит, вы, то есть, хотите... Фото, конечно, обманчивое. Ребят, но сейчас вы меня видите без нарощенных ресниц, без макияжа, готовый ко сну, умытая, уже переодетую, грубо говоря, в пижаму. Сейчас вы будете говорить, что фото обманчиво, ребят, камон. Сначала вы мне говорили, что у меня... Ой, ты губы фотошопишь, у тебя губы большие на фотках. Мои natural губы. Ну, как бы, ну, не natural, но накачанные.
Что не так? Нет. Вот. Пишет, куплю жареных негров 150 рублей кило. Мне вообще сказали, Алиана, вас заблокировать. Но я не буду вас блокировать. Вы можете желчить сколько хотите здесь. Я привыкла, что Бегалайф это такая платформа, где каждый заходит и пишет какую-нибудь желчь. А еще у меня предположение, кто это может быть. И могу сказать, что если я думаю на того человека, на которого я в принципе думаю, то этот человек намного хуже, чем я сейчас. Я вообще земля и небо сейчас по сравнению с этим человеком. Если, конечно, я думаю на того. Чего такое? Нет, нет, нет. Мне просто теперь интересно, тот ли это человек или нет. Да отстань ты, зачем меня постоянно перебиваешь? Зачем ей все шелка, цветные облака? Зачем все это? Ты еще. А это 2010-х годов песня, наверное, да, ребят? Давай еще стишок про Лукоморье, только пародию знаешь? Нет, не знаю пародию. Какую? Лукоморье дуб зеленый. Только такую знаю. Не знаю пародию. Про кота простыл след, ты что-то про это? А Ашке можно в эфире? Никого. Ой, ко мне ТТ какой-то зашел. Совпадение не думаю. ТТ. Блин, знаешь, сколько у меня процентов на этом телефоне, с которым я разговариваю с тобой? Угадай. 11. У нас 692 подписчика. Это можно или нельзя в эфире, ребят? Арам. Арам Джон. Фрай Макс. Можно. За это не блокируют? Скажите. Буду. Блин, буду, скажите. Мой хороший. Когда Адам сказал Еве, не ешь плод с дерева, когда Бог сказал Еве, не ешь плод с дерева, Ева съела плод с дерева. Она ослушалась Бога. Ты что, думаешь, она будет слушаться тебя? Ну, женщина типа... Ну, конечно. Ну, отчасти, да. Есть там истина в словах. А ты не забывай, я что-то между ангелом и демоном. Ай, выгнала, я же не пишу, что ты стрёмная. Ты красотка, просто на фото никак вживую. Вообще, ребят, честно скажу, что касается Бига, в Бига очень искажает внешность человека датами. Ой, а что за мишки, футбольчик, спасибо, пупсик. Когда я виделась с ребятами из Бига, у нас была фан-встреча, вот не фан-встреча, а вот этот вот, ну, мы собирались все вместе в Сохо в том году, в сентябре или в августе, я не помню когда, то многие говорили, что вживую мы намного все меньше выглядим, чем вот здесь на камере. То есть там, например, когда Мира приходила, я думала, ну она такая щекастая девочка. Нет! Многие приходили, и мы все думали, что мы друг дружки щекастые какие-то там туда-сюда, а оказалось нет. А наоборот, кто казался худым, оказался намного больше. Чтобы вы понимали.
Вот так вот все произошло там. И с ребятами, с которыми я виделась, то есть там Маша Пандочка, потом кто виделась, с Рыжей, с Хюрем виделась, ой, 10%, потом с кем виделась. Ну, Алима я давно знаю, потом кто? Еще кто-то был, я не помню. А Бещок я очень-очень страшная и некрасивая, как Вобла, мне не нравится Бещок. Единственное, что я в себе бы сейчас не убирала, это щеки, ну да. Да, это тоже плюс один, что я пытаюсь... Что?